Мы можем поговорить наедине? Это важно. Я хотел сказать, это важно. Что за чушь я несу? Да, конечно. Отлично, пойдем со мной. Интересно, о чем он собрался с ней поговорить? Впервые вижу, чтобы Адриан так мямлил. Даже не знаю, но он ведет себя странно сегодня. Надеюсь, его в бутерброде были обычные грибы. 2 минуты спустя подсобное помещение. Ты должна понимать, Маринет, что это вопрос жизни и смерти. Что ты хочешь этим сказать? Жизни и смерти! Надеюсь, ты не будешь меня винить за это, и в нашей дружбе с тобой ничего не поменяется. Но я не понимаю, почему я должна тебя в чем-то винить? Ты очень хороший. Я уверена, ты не сделал ничего такого, чтобы ты там не думал. Если есть что-то, в чем я могу помочь тебе, именно так, Мари. Адри. Пожалуйста, закрой глаза. Тюпен Чен, убери свои руки от моего Эдрикенса, немедленно! О нет, Хлоя! Жаль, но у меня нет выбора. Но сейчас-то все иначе, он должен сработать. В прошлый раз нас поцелуй не разрушил чары Купидона, потому что они не успели подействовать на меня. Что за бубуню ты творишь, Эдрикенс? Когда какого лешего я снова чувствую любовь? Как? Я же говорила, что он влюблен в нее по уши. Гони мои деньги. Ты меня убиваешь.